Good morning, boys and girls. Let's start our lesson. The theme of our lesson today is phonics, the endings ld and lt. Здравствуйте, ребята! Начинаем наше занятие. Тема нашего занятия сегодня – фонетика. Произношение окончаний ld и lt. At this lesson, you are going to pronounce the endings ld and lt to identify words with ld and lt in a chant. Сегодня на занятии вы будете произносить окончания ld и lt, также определять слова с окончаниями ld, lt. Open your class book on page 61. Открывайте учебник на странице 61. Exercise 1. Listen, point and repeat the new words. В первом задании слушайте и повторяйте новые слова. Listen and point. Old. Child. Shield. Field. Ult. Belt. Quilt. Adult. Old. Child. Ребенок. Shield. Щит. Field. Поле. Лт. Belt. Пояс, ремень. Quilt. Стеганое, ватное одеяло. Adult. Взрослый человек. In exercise 2, listen and chant. Слушаем и повторяем. Then you should read the chant again. Затем прочитайте стихотворение заново. Circle the words with lt and lt. Найдите все слова, где есть окончание ld, lt, и обведите в круг. Let's start. Listen and chant. A child and an adult are standing in a field. The adult's got a quilt. The child's got a shield. The quilt is red. The shield is grey. The adult sits down, but the child wants to play. Well done. Let's do exercise 4. Match and write. Read the new words again. Прочитайте новые слова еще раз. And write the words in exercise 4. И напишите слова в четвертом упражнении. На картинке вы видите ремень. Ремень будет belt. Соединяем lt and write down. И справа записываем belt. Ребенок, child. And so on. Open your workbook on page 57. Открывайте рабочую учебник на странице 57. Exercise 1 you should do individually. Первое задание выполняем. Say the words with ld and lt. Произнесите слова ld, lt. Look at the table. Посмотрите на картинку. В табличке вы видите четыре слова. Adult – взрослый. Field – поле. Child – ребенок. Quilt – одеяло. Circle the odd one out. Write this word. Из трех слов под каждым номером вам нужно выбрать одно лишнее и записать его справа. То есть два слова будут иметь одинаковое окончание, а одно слово будет отличаться. Look at the example. Посмотрите, например, по цифре 1 вы видите ребенок, child,
Old – окончание. Sheet – shield. Old – окончание. И посередине – одеяло. Quilt – old. The odd one out word is quilt. Лишнее слово – quilt. Его записываем справа. Также делаем второе. Shield – field – adult. Какое лишнее слово? Write down. Записываем. In exercise 2 you should complete the words. Во втором задании дополняем слова окончаниями. Write true or false. И записываем верно или неверно. One. Первое. There is a child in the bedroom. В комнате есть ребенок. True. Верно. There is a belt on the chair. На стуле есть ремень. Неверно. Ремень на столе, значит, второе будет false. Write down. Записываем. And the third task. И третье задание. You should write these four words in a chant. Записываем эти четыре слова, пропущенные места в стихотворении. You should do these three tasks individually and then send me for checking. Выполняем эти три упражнения workbook самостоятельно, затем отправьте мне на проверку. Thank you for your attention. Lesson is over. Goodbye.